Мы словно в легенде очутились, в одной из тех, что берут за душу. В них столько страхов и опасностей. Порой даже не хочется узнавать конец, потому что не верится, что все кончится хорошо. Но в конце все проходит. И даже самый непроглядный мрак рассеивается. Грядет новый день, и когда засветит солнце, оно будет светить еще ярче. Такие великие легенды врезаются в сердце и запоминаются на всю жизнь. Герои этих легенд могли 100 раз отступить, но не отступали. Они боролись, потому что им было на что опереться. На что мы опираемся, Сэм? На то, что в мире есть добро, и за него стоит бороться. Друзья, давайте и мы будем сражаться за добро, за свет, за справедливость внутри нас и вокруг. И если каждый день мы будем добрее хотя бы минутой больше, то мир изменится.